Я читаю пятую главу из книги Иисуса Навина. «Когда все цари аморейские, которые жили по эту сторону Иордана к морю, и все цари ханаанские, которые при море, услышали, что Господь иссушил воды Иордана перед сынами Израилевыми, доколе переходили они, тогда ослабело сердце их, и не стало уже в них духа против сынов Израилевых. В то время сказал Господь Иисусу: «Сделай себе острые ножи и обрежь сынов Израилевых во второй раз». И сделал себе Иисус острые ножи и обрезал сынов Израилевых на месте, названном Холм Обрезания. Вот причина, почему обрезал Иисус сынов Израилевых. Весь народ, вышедший из Египта, мужеского пола, все способные к войне, умерли в пустыне на пути по выходу из Египта. Весь же вышедший народ был обрезан, но весь народ, родившийся в пустыне на пути после того, как вышел из Египта, не был обрезан, ибо сыны Израилевы 40 лет ходили в пустыне, пока не перемер весь народ, способный к войне, вышедший из Египта, которые не слушали голоса Господня, и которым Господь клялся, что они не увидят земли, которую Господь с клятвою обещал отцам их дать нам землю, где течет молоко и мед. А вместо них воздвиг сынов их. Сих обрезал Иисус, ибо они были не обрезаны, потому что их на пути не обрезывали. Когда весь народ был обрезан, оставался он на своем месте в стане, доколе не выздоровел. И сказал Господь Иисусу: «Ныне я снял с вас посрамление египетское. Почему и называется то место Галгал даже до сего дня?» И стояли сыны Израилевы станом в Галгале, и совершили Пасху в 14-й день месяца вечером на равнинах Иерихонских. А на другой день Пасхи стали есть из произведений земли той опресноки и сушеные зерна в самый тот день. А манна перестала падать на другой день после того, как они стали есть произведения земли, и не было более манны у сынов Израилевых, но они ели в тот год произведения земли ханаанской. Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул и видит, вот стоит перед ним человек, и в руке его обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал ему: «Наш ли ты или из неприятелей наших?» Он сказал: «Нет, я вождь воинства Господня, теперь пришел сюда». Иисус пал лицом своим на землю и поклонился и сказал ему: «Что господин мой скажет рабу своему?» Вождь воинства Господня сказал Иисусу: «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято». И Иисус так и сделал. Иерихон же заперся и был заперт от страха сынов Израилевых. Никто не выходил из него, и никто не входил.